В судебном заседании было установлено, что 15 марта 2018 года в ходе проведения плановой операции в ЦК МСЧ медицинскими сотрудниками ошибочно был введен раствор формалина вместо физраствора. При этом зав. Отделением Родионова, врач-акушер-гинеколог Жалалетдинова и врач-анестезиолог Алимов решили скрыть от сотрудников больницы, а также от руководства больницы о том, что был введен раствор формалина. Вследствие чего лечение, которое проводилось после операции, должных результатов не дало. Было потеряно очень много времени для возможного спасения Федяевой. Весь комплекс нарушений, допущенных при проведении операции, привел к тяжким последствиям, к поражению органов брюшной полости.